настоящее время в Республике Коми создают и играют свою музыку десятки молодежных коллективов самых разных направлений. В то же самое время в нашей же республике работает не меньшее количество записывающих студий. Однако до сих пор в Коми не было структуры, которая бы объединила усилия и тех, и других, системно поддерживала начинающих музыкантов. Телеканал «Юрган» и Коми Народное радио запускают проект регионального продюсерского центра. Для творческих людей важно признание. Если молодым исполнителям и коллективам из Коми удастся добиться успеха на российском уровне, то это будет служить продвижению Республики Коми. Задачи. Поиск талантливой молодежи. Создание и обеспечение условий для роста успешных музыкальных проектов. Профессиональная запись аудиотреков и видеоклипов. Продвижение музыкальных проектов. Аудитория проекта – десятки молодежных групп и исполнителей, которые напрямую могут участвовать в проекте во всех муниципальных образованиях республики. Реализация проекта затронет более 30 тысяч жителей республики по скромным оценкам, которым интересна молодежная музыкальная культура. Что привлечет их к проекту? Все желающие смогут принять участие в оценке представляемых работ через интернет, а также познакомиться с ними в эфире телеканала «Юрган» и Коми Народного радио. С 1 июня в республике объявляется тотальный кастинг. Мы не просто ищем таланты, мы даем возможность заявить о себе на всю республику. Коми Народное радио и телеканал «Юрган» обладают технической базой. Для организации проекта предполагается привлечь партнеров, средства массовой информации, профессиональные музыкальные объединения, состоявшиеся музыкальные коллективы, учреждения культуры и органы власти. Мы рассчитываем совместными усилиями создать условия, чтобы молодежь могла реализовать себя в музыкальном творчестве и чтобы о Республике Коми заговорили как об одном из центров развития современной музыкальной культуры в России. Приглашаем все заинтересованные стороны к сотрудничеству.